АСМР с Остаповым. Привет, просветители. В этом ролике я подготовил 3 тематические подборки слов-триггеров для настоящих патриотов, для школьников и для тех, кто не читает Телеграм Дмитрия Анатольевича Медведева. Это вы зря. Традиционные ценности. Россия чемпионка, Европа замерзла, а мы нет. Запрет ЛГБТ-пропаганды. Ты патриот, я патриот, мы патриоты, а они нет. Нет никакой нищеты, это просто отрицательный рост доходов. Сарматушка летит в американские штатушки. Не пожар, а задымление. Дышать стало легче. Импортозамещение. Не взрыв, а хлопок. Не увольнение, а высвобождение. Зато не аборт. Запад загнивает. А мы держимся. Свобода не нужна. Отряды Путина. Духовные скрепы. Канал Спас. А вы госдолг США видели? А то я просто нет. Не вымирание, а негативные тенденции в демографии. Вынужденная коррупция. Дал Бог зайку, даст и лужайку. Развитие с негативной динамикой. Не кризис, а вызов. Не все так однозначно. Назло пиндосом. Что-то не нравится? Вали из России. Предатели, либерда, иноагенты. Ты не иноагент, я не иноагент. Пока что в Казахстане притесняют русский язык. И в Кыргызстане притесняют русский язык. А в России никого не притесняют. Проплаченный митинг. Зато нас боятся. Китай нам поможет. По новой информации уже нет. АСМР с Остаповым. Кучка безумных нацистов-наркоманов. Большая стая лающих собак. Тяв. 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 Западная псарня. Разномастная свора хрюкающих подсвингов. Хрю. 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 Русофобия. Верховный властелин. Ада, ублюдки и выродки, кровавые клоуны, оборзевшие недруги США и их никчемные шавки.
с Остаповым закрыли рты, открыли тетради. Кто дежурный? Почему доска грязная? А ты голову не забыл? Вышел и зашел нормально. Достаем двойные листочки. Знаниями. Тебя нужно отправить в первый класс. Иванов опять болеет. Воспаление хитрости. Открываем дневники и записываем домашние задания. Поставить лайк этому видео, подписаться на канал и оставить комментарий. Кроме того, вы можете подписаться на мою страничку Boosty. Там все ролики выходят раньше, без рекламы.